Операция по обезвреживанию мятежников закончится в ближайшие дни. Это заявил сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Между тем, Киргизия закрывает участок границы с неспокойной республикой. В Бишкеке опасаются, что боевики из Таджикистана перейдут рубеж. В связи с событиями с обстановкой в Республике Таджикистан, Государственная пограничная служба, то есть подразделение Государственной пограничной службы Кыргызской Республики на кыргызско-таджикском участке государственной границы переведены на усиленный вариант несения службы, то есть охрана и защита госграницы. Мы усилили наше подразделение, выставляются дополнительные пограничные наряды на кыргызско-таджикском участке государственной границы и проводится, активизируется обмен информацией, оперативной информацией между пограничным ведомством Кыргызстана и Таджикистана. Между тем, таджикские правоохранительные органы продолжают операцию в Рамитском ущелье. Сегодня во второй половине дня удалось задержать еще 7 членов группы Абдуллахима Назарзады. 4 террористов были ликвидированы. Они рассказали, что уже давно состоят на довольствии в банде. Каждый боевик ежемесячно получал по $100, а также продукты питания. В самом Душанбе спокойно, однако все рынки в черте города закрыты. С подробностями наш корреспондент Олег Ланковский. Могу твердо сказать, что действительно закрыты сегодня все рынки, и они будут закрыты до 10 сентября. Это, как говорят в МВД, по официальной информации, для большей безопасности, потому что 9-го будет празднование Дня независимости. И хотелось бы отметить, что сотрудники милиции Таджикистана продолжают работать в усиленном режиме. Улицы Душанбе и Вахдата обходят военные патрули. В столице Таджикистана, Душанбе, правительственный квартал оцеплен. Дороги, ведущие к нему, заблокированы многотонными грузовиками и большими пассажирскими автобусами. На основных магистралях выставлены наряды дорожной милиции. Многие сотрудники в бронежилетах и с автоматами. Основное внимание при досмотре уделяют внедорожникам, микроавтобусам и легковым автомобилям, особенно тем, которые затонированы. Ищут, осматривают в основном багажные отделения, отсеки и те места, где могут быть тайники, где можно спрятать оружие. Также сегодня в ходе расследования дела о вооруженных нападениях на сотрудников МВД и военнослужащих Таджикистана в Душанбе и Вахдате задержаны 2 высокопоставленных офицера. Их обвиняют в содействии боевикам. Речь идет о подполковнике Мустафе Назарове, замкомандира десантно-штурмовой бригады, и майоре Насиме Юсупове, старшем инспекторе управления финансов Министерства обороны. По данным сотрудников милиции, эти офицеры знали о готовящихся нападениях, но не сообщили о них. Накануне 5 сентября около 16 часов по московскому времени неизвестная группа вооруженных людей напала на блокпост, установленный на въезде в Душанбе с восточной стороны. По одним данным, все сотрудники, по данным, которые вначале были доступны, все сотрудники, якобы, которые там несли службу, погибли, а по другим, которые тут же поступили данные, один был убит, и остальные сотрудники получили ранения различной степени тяжести.